А чё, нельзя вокруг оббежать? Кто там агрит? Блять, по идее, вообще нахуй, два человека должны справляться. Слушай, ну я не знаю, давай я в мишку прыгну, двоих потанчу, кто-то побейте, ну побей, попробуй побить, просто посмотри, что там как. Два там не справятся никак, нахуй. Я не знаю, у хантов петы бьют в воздухе эту хуйню, поднимаются в воздух или нет, я что-то не заметил. Двоих не дам, мое. О, Тилисет хороший напарник, вот это да. Там бесы, да, бесами можно как бы тоже. Чтоб промежуток времени бить было. Я хуй знает нахуй. Там не бернуть, нихуя времени нету, блядь. Планка, почему ты вязаешь ассу? Я что только пришла, извини. Потому что она сверки поднимает. А, она летает. Кстати, этот раз лучше разбегались. Летели пару раз, но лучше. РДД, большая просьба. У вас после раскидки впереди большая полянка, часто свободная. Вы хоть как-то там полянку-то занимаете? Ну да, может, но еще ДД вместо Эрдруна, на самом деле. Он не хилит почти никого. Тут и хилить, по сути, толком-то нечего. Только, блядь, на вихре. Да, надо еще одну РДД. Стерва, иди пока почилить, что там еще много воды дают. Я, честно говоря, хуй его знает, нахуй я столько принцам ХП было делать. Да долбоёбы нахуй. Они, типа, ну вот все время, блядь, у них было меньше ХП, чем у уже ребранов. В итоге сейчас у ребра даже меньше ХП, чем у принцов. Странно, блядь. Ну, они только джайны занимаются для одной гильдии. Это база. А эта гильдия каким-то чудом все закрыла, и КД продолжает на джайн. По-любому, да? Да похуй вообще. Нет, а чего они сначала били? Но они не убьют Джайна на этом, когда они... Чего, говорят, чего чудом они закрыли? Кровью, потом, подбором людьми. Больше у них выбора. Спокойно закрыли. Притык с берсой. Вот не, и все. Ну, в смысле, они теперь КД продолжают? Кровью, потом, нахуй. С миллионами ну, пулов, жаль. Нахуй, закрыли. Вот и все. Мне что-то кажется, Джайну не должны на этом КД убить. Там же ее... Ее не убьют еще в ближайший месяц. Они новые КД это бьют. Ну, потому кстати, что... Да. Рыбу поставили, иди. Прямо вот, наговариваете? Вот. Они не по разу убили. Два как минимум. Двое еда стоит. Чё? Еда стоит. Ешь. Там половина челов не видела Джайну в Т4, типа, только в Т5 там убивали, типа, это вообще типа другой уровень. Ешь один. Они переводят на вторую фазу, а там потом у них пизда получается. Они там даже не видели, они даже не щупали. Ну да, но первая фаза это вообще в принципе самая простая, в любом случае. Там владыка же был на замене, хороший челик, блядь, может его позвать? Ну, пока. Ну нет, ну Адель, ну не такой же. Ну не такой же. Ну на треть минимум меньше урона. Ну правда тут может быть и ХП. А где этот анхолик, блядь, съебался? Ну я вот ему сейчас написал в ПМ, вроде не ФК у него. Его уже в Дискорде нет, он с пула зашел на РТ. Вот прям человека вам не хватает. Специально идите покурить. Я просто хочу еще одного ДД взять. Барбарос, чем не кать? Так заходи. Я тебя не вижу в онлайне. Блядь, ну я сижу в РК, жду, пока вы что-то скажете. РК, Барбарос, 22-й год. Алдовый чил, да. В чатике. ТС как круче, чем РК. Субишонт это, блядь, один ДД, ну не считая шипа в среднем. Вот лог 10 лямов дает. Мирая почти 10. Нам не хватило 7.
Дайте шкаф. Хорошо, прости. Так, я удалюсь, есть, знаете, еще и... Сейчас я приду. Пенька, а вот он. Ну, обиделся? Куночка. Здесь все? А, честно говоря, вот сколько вот этот ЛК, блядь, уже ходил, сколько это вот самый, сука, не, вот босс, который, блядь, больше всего ненавидел. Самый какой-то противный, мерзопакетный, блядь, вот это вот принцы ебаные. Бля, долго. А дай хэспот. Не, нету. Дай банк, я тебе дам. Сейчас буду дамажить больше, чем все. Давай. Так что, у локов работает эта хуйня, чтобы бес стрелял в кинетику? Оно будет поднимать ее? Конечно, работает. Но... Только по таргету, потому что лок тоже стрелял в кинетику. Нет. Бесятый или сам бес? Сам бес, бес, который... А, сам бес может. Помогает бес. Короче, пета направляют обычно локи, и пет соло держит кинетику. Я тестила даже на X4 свою маку. Ну окей, давайте тогда будем бесами держать. Просто я мы... не знаю, как в ХМ-ке, может тут у кинетики ХП больше? Он не удержит. Там надо... Бабычки держит. Бабычки держит, потому что они медленно... Ну если бабычки, значит тут должен держать, попробуем. Они быстрее здесь падают, как оказывается. Ну, я как-то в кинетику переключился, своими этими мелкими бесятыми и бесом прям ее до потолка подняли за мной. Я почти мелких насчитал, у тебя их там высрало сколько. Может быть. Типа не знаю, как Герри, но бычки я специально проверяла. Они быстрее падают эти. Ну и чё, как думаете? Там они появляются как одна, потом вторая, потом третья, а потом... Третья на ПВБ-х. Третья исчезает, и это появляется четвертая. Все тут рыбу хавать, кубак парень. Ники нету. Проверьте припоты масла. Там поставалось почти. Пункт, прием, блять. Проснись, ты обосрался, блять. Ержан, вставай. Вообще, вылетел. Нет, он сум принял. Сука, хитрый. Терся, надо было масло перемахтить. Жизнь недавно стоял на прошлом пыле. Дайте этому вагон Брюса. Ставлю Дживс около. Еще не надо, еще поставили уже. Готов? Турми. Все, давай, чё. Нахуй ты на меня все знал? Не надо если. Two, one.
Смотрите, там твой гром аккуратно. С минус на пол. Я хаст ход под бахнул. Дай массакру. Блять, а какой там рейндж? 12, что ли? Блять, килл открылся. Ты дайте на полу немножко потрясет. Кингу стали устроить. Да. Гер? Гер, давайте перебивать к Долдораму. Кинетики под килисетом падают. Валанар откроет через 5 секунд, готовьтесь. Валанар. Да, мастака. Такие планы, бабушки. Блять. Великий уже в сторону Келесету видит. Келесету. Фелицию прохим. Ну блядь, заебали ядра забирать. Ох. Два ядра осталось. Да, скорее всего, сальву. Рейс, кто там ставит? Блять, я хуею, вам вообще всем похуй, да? Ясно, падайте. Неплохо шли. Алло. Ну, типа, если вы втроем не можете справиться с кинетикой, я хуй его знаю, что тогда сказать. Ну, я не могу телепортироваться на 30 метров. Я человек хостает, чтобы вы справлялись. Я не знаю, ну она летит. Стань, блядь, с левой стороны подбивай, хант, блядь, с правой нахуй. Второй хант тоже, ой, блядь, сзади нахуй, второй справа, блядь. Или кого, как я вас там назначал? С какой стороны это сейчас упала кинетика? Это все три с правой стороны падают. Я стоял на ступеньках, блядь, она на 20 метрах от ступенек, вон где бесы стоят, нахуй. Она падает, 10 РДД стоят вокруг нее и хуй нарыло, нахуй.
Так ты бы хотя бы, ну, заодно... Может, мне нахуй весь рейд на кинетику поставить, или что, я не могу понять. Я ее не видел, нахуй. Вы ее тоже, наверное, не видели, нахуй. Вот когда она упала, вы ее увидели. Да я не ебу, нахуй, как надо, нахуй. Можно масс-рез? Такие интересные, нахуй. Я не могу телепортироваться. Ребята, если... Те, которые стоят на кинетике, если ладно, какую-то блядь, менять... Ладно, короче, я сейчас вас привяжу, нахуй. Ой, твои, нахуй, блядь, по центру, вот, и сзади, которые, блядь, и Несол, твои справа, блядь. Бланш твои слева. Только попробуйте проебать хоть одну кинетику, нахуй. Если будете проебывать кинетику, анонсите, или там говорите, мы приключимся. Insane Несол, блядь, Insane Несол, блядь, всё. Прочитал. Сумасшедшая душа. Ты говоришь проебывать анонсите, нахуй. Ты так говоришь, как будто мы ее только видим, нахуй. А если я ее не видел, нахуй, что ты на это скажешь? Я просто в потолок вообще не смотрю. Вы-то ну хотя бы вот, более-менее видите, можете увидеть, там, если она где-то падает. Я смотрел в сторону штор, где боссы стоят, нахуй, на ступеньках. А она противоположно за спиной была за 20 метров. Как я ее должен увидеть, нахуй? Ну, ты с одной стороны смотришь, что ж там кто-то, что вас да, думает? Да, 23 человека там еще стоят, так, для справки, блядь. Я надеялся, что я смотрим, блядь, позиционку и от боссом, я в потолок расслаблен, надеюсь, что его закроют. Ой, блядь, to go to be, да, СС по Фелисии. Вот изя, СС по Реслину, Барбарос, Даш по Мирай. Ладно, тогда не надо. Еще раз повторяю. Вот твоя зона, Войт, нахуй, то, что сзади, блядь, находится. По центру. Ты где вот этот квадрат? Бланш твоя слева, где ты сейчас стоишь. Нахуй. Рыба стоит, Лидин. И стол справа. Около квадрата. Так, там я в квадрате. Сейчас. Вот здесь, да? Да, и сзади твои сферки, которые падают, тоже подбиваешь. Квадрат ты примерно поставил. Ну тут где рыба буду стоять. Да. Вначале можно было побить, пока кинетик не падает. Сверки на кубар. Давайте, блядь, соберитесь и не занимайтесь хуйней. Я потому, блядь, вот дебил на разрабе, который рисовал ХПК с этим принцам. Реально, блядь, в жизни нахуй 145 миллионов нарисовал. А лучше изначально сколько там было. Range 12, кстати, у этого. У вихря Талдеран. Давай, чёрт. Только у Вайши нахуй было сколько там, блядь? 220, по-моему. Ваш фазу там, блин. Массакр ждаю. Полагаю, блять. Веру дали по толкам. Мирая просил. Это очень далеко улетает. А мы Геру потом даем? Не, говорил он давать, ну ладно, пока уже не надо. Когда Талдрам открылся, говорил. До следующего Талдрам. Вот, на Келли... Не, на Келли не надо. Бомбу подбить. Или сейчас сейчас откроет. Kinetic spawn.
Что-то лагает этот пул, пиздец. Глюз, этот Фелиция Салю по, скорее всего. Блять, сразу вихрь, блядь. Войт Берни вагона. Прибахните креста. Массакр, да? Полграмм открывается сейчас. Просил рейд. Блэкичу просил. Геру давайте. Бланк подхит. Кересет открывает. Кересет открывает. Сальво по, скорее всего, риски. Полно рабить. Блин. Фелиция ФС был? Ты пахнет, типа. Массакр, да. Да. Прохил. Смотрите, на ком стаке не двигайтесь, блядь. Мирая, прохил. Поднимите по хп, Мирая. Фонаря, прохил. Гимбал. Рейс, ставь тотем. Колдрам открыл, что колдрам... А, кель, блядь, кель, по келю поехали. И на слово обратил. С правой стороны где-то там должен. Силы старайтесь в центре стать, чтобы доставали Россию. Знаете, какой-то... Не могу
Подвисла. Сука. Кинетик, подгоняйте. Блять. Ладно, похуй. Хватит меня откидывать. Ладно, ради. Просил, просил, тихо, блять. Холи шита, поднимите по хп. Угу. Кринж Кинга прохил. Массакр даю. Угу. Шипито. Позорам ебать. Если кинетики не так много, там помогают. Карчик Келесен должен отправить. Блять, не забирайте с меня ядра, нахуй, перед открытием, пожалуйста. Блять, хуёво для меня. Закончится. Келесен, побейте. Пул ДПС. Дайте гимна ману, пожалуйста, вообще ноль хана. Кама, да, гимн. Владыка. Тоже. А, блядь. Дайте гимн, гимн просто. А, вон королева дала. Видите, Келесета потом, кто у нас открывается, Фаланар. Блять! Стоунти, стоунти! Да похуй уже. Блять, я в фейде умер. Забрал. Я под ШВ потанчу. Бейте Валанара. Я забрал в теле. Са 15. Ебать. Отпизжу. Катушка. Лут говно. Да не, фан, хороший. Нет, плаща на танк. Хорошо, с него нужно, с него катушка только и плащ все. Спасибо, кто там бил, Рид, да, ты бил. Спасибо. Кольцо. Я все поубью, так-то помогаю. Да фильм умер, блядь, я чё-то нихуя не понял. А, мне рун не хватило на избаунс. Да, мы тебя ещё прохилить не могли. А разу кто меня... Меня что-то откинуло, по-моему. Я не понял, что либо вихрь, либо... В конце либо... я. А, потому что я убегал с центра, там все было зажато, к тебе только мог ближе подойти, и там человек меня зажал еще больше. Меня выкинуло за пилару эту ебучую. Я нажал, получается, ключ... плюс клык, и мне на избаунтеру не хватило. Это, дайте скрин там ДПС, какой там ДПС надо, чтобы эту хуйню убивать? Да хуя. Да хуя. 270 показывает, ну 270, не 270. А у меня общего нету. Да это дерьмо, пол забей. Много раз появлялись на людей пружины, они не отходили, они отлетали. Это круче от ДПС терялось. Ну да. Подожди, а где лут с тухлого? А, у меня тут лут с тухлого на лаке, все, нахуй. Я, блядь, уже думаю, где лут, блядь. А самое тупое, стоишь, один никого не трогаешь, к тебе бегут, блядь, двое, нахуй. Так все это ниндзя лутинг получается. Спиздил. Так. Смотрите, на будущее фишка какая. Отбегайте от танков, когда вихрит. Похер, если вас откинет, вы выживете. Но танку, допустим, особенно тот, который на килисете, отлетит от сферы. Иди, ничего не станет.
Кто мобы фарует? Барабан. Фелиция, не, да, Фелиция, не, не Фелиция, а Реслин полипала на Вальку, выйти вдвоем и выхилить. Манчелло, ты с концами или вернешься? А есть у кого-то вот эта хуйня? Типа в кинетику урон, ну там как поглощение записано. Есть такое в DTLC? Есть. Линканить. А, да, да, есть. Линканить интересно, что там? Сейчас линкану. Пизда, я там наебашил, блин. Почти 4 миллиона. Ну, типа, 9%. Смысл смотреть урон, когда ты достаешь первого уровня скилл и просто хуяришь первым уровнем. Там не, ну... Не это понятно. Тебе главное поднять. Можно? У меня первый уровень молнии стоит, я хуярю, мне нормально. Да, я смотрел, поднял, там разница поднял. 0,1 секунды, нахуй надо. Ну, хз насчет 0,1 секунды, блядь. У тебя гнев больше минуты? Ой, больше секунды? У меня молния, блядь, по 1,6 касится, блядь, последнего уровня, а первого уровня, нахуй, меньше секунды. У меня так секунда... Так это все равно, когда секунда? Секунда 0,5. Ну, типа... Какая когда... секунда? Ты что, гневом, блядь, последнего левела кинетику кубил? Ну, секунда 0,5. Ты не догадался, блядь, достать, нахуй, первого уровня гнев, блядь? Так а что это даст мне? Все равно ГКД... ГКД... О, у него хосты, он упирается. Он в ГКД будет упираться, этот гнев. У меня, ну, он ровно в секунду. Ладно, хорошо, сколько у тебя гнев кастует? Секунда 0,5. А, ну ладно, распипунда, я думал 1,5. Кирилл, забери. Не, ну я же, блядь, он не нуб какой-то. Умирает. Если бы у меня накусталось 1,5. Так, гнев по умолчанию без хосты кастует 1,5. Ну так а у меня хоста есть, нахуй, что ты думаешь, блин, посмотри. 927 хосты. А сколько, кстати, у Савы кап? Я не ебу, нахуй, не знаю такие подробности. А можно рез? Или вам лень? Коломба тоже идет. Мы в бою. Там бой. Вставай, беги. Я знаю про крит, там какой-то... Протонуться не можем, встали. Бой у вас. Ну да. Вставайте сами, бегите на хули. А, у меня экран русский теперь. Картануться не можем, бой. А чё бой, чё, деремся с кем? У ну, кого бой не может протонуться, выйдите из экрана. Бьём мобов, бьём. Выйдите снова, и бой пропадет. Спасибо. И как с экрана загрузки выйти, эксперт? Альт F4. Альт F4, блядь. Ой-ой-ой, Альт F4. Либо на почте пишешь, экстем хуесос. Я знаю, что луки доставали. Каждый день. Это у меня дейлик. Стрелу тьмы. Короче, теперь в инст дойти не можем с Реслином. Спасибо за совет, блядь, выйдите с инста. Да. Советчики, блядь. Значит, это боссовый. Так один черт, все равно не могли сюда попасть. Сейчас должен пропасть бой. Нет, вроде не пропал еще. Пока мы не вот я там, блядь, танчил, блядь, все, не позорься нахуй. Танчил, блядь. Когда отойду? Кто там пишет, что он танчил? Там, блядь, жалкое зрелище было нахуй. А Синдру, кто Кирилла танчил, думаешь? Согласен, когда в отглы помирали, блядь, от бомб. Это было жалко. Хули танку-то похуй, да? После Вальки на кого идем? Не знаю. Укол Натали ФП. На Лану, наверное, пойдем сначала, потом проб. К
Как вы живые здесь стоите? Я тоже хочу быть живым. Какие фиги, мне интересно, блядь. Вот убивали. А так есть у тебя фишка, чтобы да, быть живым, нужно ее убирать. Вау. Спасибо, Кукозябра. Не знал. Это фиги, типа, считаются прогресс и экзальт. Прогрессов, блядь, вон. Спасли ноукланы, что Рой сделали, блядь. Так тоже сидели без людей. Никим менять было, блядь. Я чё думаю, можешь сейчас не пить следующую банку на СПД, наверное, да? Если чё, сопрот, потому что выпить, чтобы банку не тратить. Это Эмбл. Чего ещё раз выпить? Ну я просто думаю, сейчас банку не буду не купить тогда, что потом, если чё, сопрот выпью на проф или лантерку. Угу. Тут у меня было вопросов, чё я без банки бегаю. Она багнулась. Где копьё? Ага. Было уже. Было копьё. Редега. Типа, я вообще не понимаю, гильдии типа без конского лута не могут иметь какой-то прогресс более-менее, если они только не борются за ПК. Остальные гильдии с конского лутом, они просто, блядь, ну я не знаю, как они вообще существуют на этом сервисе. Что такое конского лут? Это когда РЛ... Ну, экзи, блядь, это другое. Там они борются за ФК, и они распределяют, кому лучше дать и так далее по силе, чтобы было лучше для прогресса и рейда. Консулут это когда рейл, блядь, отдает шмотки своему другу. Тому, кому он хочет. Да. Видео, которые настроены на прогресс, они отдаются более сильным и более нужным типа профиту. Чтобы там что-то возросло. Да, заходите, звучит как хуета на самом деле. Типа, вот смотри, я вижу, что. А там, в гильдиях, типа, no plan, там, да, одеваем друзей, на остальных пох. Смотрю, протоповер дает дофига, значит, его нужно одевать. Блять, ну я тебе еще раз повторяю: консулут, он хорош тем, только если ты борешься за ФК. Только если борешься за ФК. Это ты отдаешь людям, которых ты уверен. Которые, блядь, ну, принесут больше профита. Тем более здесь лутаются деньги. В этом весь смысл консулта. Остальные гильдии, это, блядь, ну, это бесполезная хуйня с консулом. Все, ну, давайте шкаф, сумонимся, блядь. Не пропускает, нахуй, как многие. Короче, это хуйня ебаная. Консулт это чисто на афе, блядь. На пиратках это полная залупа, блядь. Mm-hmm. Я бы даже на офи в такую гильдию не пошел с консулом. Да консул нормальная система, блядь, если хочешь играть. Ну. Не, это... Я знаю, это какой пиздючий, просто мне хуй кто когда что отдаст. Консул это нормальная система, но не в русском комьюнити. В русском комьюнити, но только на офи. И то зависит от гильдии. Там шмот рандомно выдается на офи, а не консулут. Ну там и немного не так, там личный лут и общий лут. Там, типа, если шмотка такого же левел, то я можешь передать ей, дают ей консулу. Хуй знает, я на фе последний раз играл в 2014, по-моему, я ушел тут. Ну там точно консул лут был. Там был такой вот консул, как я и сказал. Там разбрал, ну, давалось тем шмот, кто постоянным людям, скажем так, и... которые посещали РТ и которые выжимали более лучшие показатели, чем остальные. Как-то так там удалось. Тут Позик спрашивал, это, может в ГИ вернуться? Он же не играл или не играет. Ну, мы сегодня ему 2-4 выбили, ходили в Каражан. Вроде хочет играть. Он не играл из-за работы, потому что ему поздно, а теперь он на другой работе, ему в 10 утра на работу, и вообще плохо бывает. Ну я знаю, он же, блядь, у него там время сколько, плюс 3 или плюс 4? Ну, плюс 5, вроде бы вообще. А, даже плюс 5. Ну, может ошибаюсь, конечно. Блю, где ты там, блядь? Ну, хлеба, вы же помните, что вас тут дымажит сверки, да, на всякий случай? Я бы все равно отправляла с ними хила. На дискорде пишут. Типа я летала соло, но меня хилил Эртру всегда под стаками. Блядь, как взлепала эта хуйня. Ладно. Глюминус, блядь. Рид вместе с Реслином тогда летаешь. Нет, стоп.
Еще королева, стой на месте. Я хочу посмотреть эльфики. Рит и Арислина будут строим. Подожди, тогда я поменяю шмот. Блять, почему эльфики стоят ровно? А, блять, дринейки у меня как будто не знаю, что переклинило. Потому что там копыта. Я дочь Тиранды, а вы козы. Эридары тоже козы, только злые. Фонарь, выруби своего питомца, нахуй. Здец он хуярит. Это он злится на вас, то, что вы там про сики-шмеки с девочек и на эльфи говорите. Иди там, блядь, клетку ему накрой, блядь, или ебани ему еще фонтана какого-то. Он потом меня накроет. Ой, давно что? Нужно выскребсти у него из клетки. Нормально было. А он целуется. А нет, он злится. Реально, блядь, у кровавого этих пидоэльфа, блядь, короче, это петуха тут. Питомец, это Феникс, да. Это у меня Феникс. Аллах. Все, спасибо, полыбар. Аллах, бунтует. А чё, у нас без двух плачек? Фелиция, блядь. Да, блядь, выруби ты своего, блядь, петуха, ну реально. Я ничего не могу сделать, он сам орёт. Заебал уже, серьёзно. Надень штор на него. Я сижу, блядь, в наушниках, мне, блядь, в уши отдаёт, ну серьёзно, блядь. А мне не отдаёт? Так, блядь, накрой нахуй клетку, реально, блядь. Он и потом его, это, нахуй. Ночью орать будет. Как я спать буду? Микрофон. Ты танк, фонарь. Наушники, уши, блядь. Кто это там? Себя тряпка. Микрофон на радио. Включи себе какого-нибудь Бетховена там на ночь, блядь. Не знаю, Моцарта нахуй. И спи, блядь. Блядь, где Фелиция? Да вы заебали, нахуй. Ну что за хуйня, блядь? То есть что один вылетел, блядь? Мне Мирай пишет, дай дар природы, блядь, что за хуйня. Это баф, блядь, называется, это друль, значит. Ты должен бафнуть лапкой. А, лапка, ну да, тогда понятно. Да, дайте кулак. Боже, я, блядь, заебался, нахуй. Эти два розы вылетели, блядь. Одного интернета, второй непонятно, нахуй. Ну пускай Арислин. Можно я вылечу? Арислин с Ридом летает, да еще нахуй. А может они соседи? Ладно, пускай так будет. У меня все здесь. Просто пиздец. Кроме одного. А, Глю еще. Не вылетели, они офлайн. Он еще колют хилит тоже, блядь, смонтил. Дайте шкаф, что ли? Квак. Поставь, да ладно. Бля, Арислин, дай кулак пороги. Дай кулак. Ебал, завали нахуй тебя, не Сандр Гондон ебаный. Ага. Я каски дам тогда. А ты... Дайте чё-нибудь уже нахуй. Подожди, у нас паладинов меньше стало. Нам надо с бафами разобраться, чтобы твой кулак... Ой, блядь, ребята, нахуй, у меня уже начинают подгорать нахуй от вас. Вы можете, блядь, сука, просто бафнуть, блядь, один каски нахуй, другой кулаки МП5. У нас 4 паладина было, мы все давали бафы, теперь у нас 2. Ну все, блядь. Сейчас мы все перебафим. Все, Калют, Ридига и этот... Ярислин, хилите Вальку. Смотрите, блядь, там... 16 стаков где-то набирайте, потом заходите в портал. Один стак лутаете, в конце второй, под конец портала. И так хилите. Все, поехали. Фонарь, ты слева. Самую выгодную позицию себе забрал. Хорошо, блядь, иди справа, на. О, а добра. Вон под головой, блядь. Подавитель. Таким регенет. Подавление в первую очередь сливайте. Напоминаю, жирного в самый последний момент. После того, как убьете там зомби, мага, исторгающего подавление, и только потом уже заливаете жирного. И уешьте, сразу заливаете кровей. Исторгающий. Жирного залили, залили червей. И так до конца. Сразу ОЕ под жирным. Нихуя себе ты, блядь, как стыки, конечно, ледмана.
Asus Black Hitch, повесьте усиление магии на Вальку, пожалуйста. Давление выше. What the fuck, Мирае, это мой ДПС. Там Вальки в ХП вообще прибавляется или он уменьшится на это? Что мы там? Там, по чуть-чуть. Было 50, стало 301. 0.5% они в секунду поднимают. И сторгающий слева сзади. Там 10 тысяч топов. Не надо озвучивать. Просто бейте. Квак болтливый. Очень. Пиздючий, я даже сказал. Я бы крик на него надел. Тебе так больше нравится? Очень. А ты с позиком знаком, да? Квак. С кем, с кем? Ну, позитрон, позитрон. Что-то все делает. А, этот, а, нет. Знакомы. Квак, можешь помочь? Знакомый ник, что-то позитрон, позитрон, позитрон. А может, ты знаешь? Коля же, который. Вася, который? Ну да. Вроде у него Шама Мелем был какой-то. Что-то классно. Да, да, Кана, ты-то его не знаешь, блядь, папу гуру своего. 16 стаков набираете, дальше сейчас заходите в портал, обновляете стаки, и под окончание порталов обновляете еще раз стак. И так вот до конца заходите. У нас кор без маны. Кто? Ну, кор. Ну, Юля. Нет, у меня финдань, вы чё, не надо. Блять, ваши вот эти сокращенные, блять, хуй пойми нахуй, как вам говорить. Для таунов. Корки. Да нет, я, кстати, от Никиты этому научилась, тоже раньше не употребляла. А войда как сократить? Во. Я до сих пор не употребляю. Пидорас. Во. Бля, и так сократили. Я считаю, что употреблять вред. Ай-яй, кринж. Бля, Квака, можешь помурчать? Можем отдельно пойти, если хочешь. КПСС. Какой еще КПСС, блядь? Сдержу. Слава. ГНК. Героям. Слава, КПСС, что не знаешь, что такое? Слава, Казахстан. Это сокращение. Слава, Мирмиладова. Калайсина? Главное, вот в этой вот хуйне да. Все вы просите помолчать меня. И пиздят да. Сами, да? Ну сейчас можно похудеть, это босс хуйня, блядь. Можно похудеть, блядь. Главное, что стаки не проебали там. Ну да. Пришли на 8 уже, блядь. У Рида вообще 30, блядь. Здесь берса? А есть. Есть. Она миниатюрная. Или 2 минуты. 2.46. Да. Ну там вроде берса ничего не делает. Старгающий газ. Больше мобов спавнит вроде. Там вообще ничего, буквально. Говно из жопы. А бывает откуда-то из другого места? Бывает. Не, реально бывает такое. Блять, предлагаю закрыть тему. Лучше про хуи базарьте. Грустная история, блядь. Мне хуй вкуснее. Ну слушай, я думаю, вкуснее, чем жопа. Надо попробовать. Дегустация. Блядь. Братан, не надо, я с тобой разговаривать не смогу. Чем мы шоп завтра идем вообще? Давай ты своей традиционной ориентацией потом поговоришь. Ловлю, ловлю, ловлю. Понятно. Ты кто? Ты Швепсу говоришь? Да. Подавление заливать не надо же. Что? Заберите с меня. Бать-батя. Бах. Нет, там потное сало было. Пил. Сталин шот. Кам. Не. О, там крылышко пошло. Потнище. Пронюхай у меня под крылышко. Я охуе. Че, есть кто ест тут, я не знаю, ребрышки, там, ножки или как их там искать? Я пиццу кушаю.
Я лучше, свиней хуею. А когда там Геру? Сколько стак? Ответили вышли. Рислин опять проебал, походу. Да, Рид проебал стаки, да? Да, я не успел дротелить до сверки. Все равно выхилит. Не? Блять, под подавителей срочно заливайте, чтобы они... Вы на хп дайте, повалите. Да. Продолжи гил. Выхилят. Продолжил. Не захилят, обновляйте стаки. Блять, что проебали. Рислин, обновите стаки. Тебя не проебит. Рислин, ты вообще частицу обновлял? Молчит. Плюс поставил. Джонни базарит. Хотя я, кстати, все ведь слышали Арислина? Я слышала. Да, там мужик 50 лет, пиздец. Ну, нет, но я просто удивилась, что он разговаривает, так еще и рейлит. Он мне груль магик пролил. Да, 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 я тоже с ним была в рейлит. Он слишком вежливый и воспитанный человек. Очень хороший мальчик, мне очень нравится. Да, я понацесал. Не то, что Квакозябр. Сука. Блять, подавление. Квака, который? Бля, Квака, может, получишь? Бля, Квака на туре флудит. Это мало. Я. А ты докажи. Это попугай. Чего? Ты как посмел его вплетать? Не вытевали, давайте. Полчаса хилите, блядь. Чё там, окинжал? Блядь, там уже берса была, нахуй. Там уже Кунка хочет пояс уже, наконец. Нет. Идет. Там мой кинжал бежит на саба. Еще один гим на хп, дайте повалить, подохиливайте, не надо больше ходить. В двоечку. 6, 7, 8. Жели, это прохил. Мы 2 геры дали, да? Я открою, 72 миллиона, блять, это сколько у него, блять, обычно? Я удивлен, что ты. Молодец, блять, фонарь, нахуй. Да, зачем тебе 2 метели, блять? Спизди. Охуенно лут прям. Это самое худшее, что может вообще упасть в жизни. Ну, пойдем, идем на Валю. На Лану? На Лану, да. О, чурем-то. Топовый лут, нахуй. Ой, может. Лана Аршаму один нахпал. Нажал следовать за Реслином, блять, он остановился. Он за тобой? Док. Следуй за собой. Блять, мироед тоже самая хуйня. Опа. Швепс, это я сделал, чтобы мы в ШПРе лучше регали, чтобы менять сакеты. Ты меня не проведешь, грязный Кунка.